Поехали. И снова здравствуйте, с вами Олег Алав Гудвин. И вот возник вопрос, какие методы мы используем, вернее, какие мази, крема мы используем в массаже, как вспомогательное средство. В принципе, я сторонник и без них, и с ними. Это по желанию вас как специалиста, да? Иногда достаточно, ну, у меня, может, руки такие мощные, сильные, что мне достаточно разогреть тело человека перед мануальной терапией массажем, разогревающими всякими трением, да, вот, который передает тепло. Вот отдельно хочу заявить, что есть мануальная терапия на холодную, когда человек пришел к вам, ну, буквально с улицы, да, и вы ему сразу шею хрясь-хрясь правите. Но не для каждого пациента это пригодно. Если, ну, грубо говоря, молодым, там можно, да, чуть постарше, осторожно. Пенсионерам, у которых уже однозначно остеохондроз есть, да, не дай бог остеофиты, болезнь Бехтерева или болезнь Фуаристье. Там вообще уже даже практически запрещено, либо делать, но больше на растяжение. Это не прямо добиваться щелчка такого, да, а просто на растяжение работаем. Но если человек пришел к вам такой, вы видите, вот он там занимается каким-то спортом, то сразу, в принципе, видно вот для вас. Понял, что вы занимаетесь, да? Вот, если он там танцами занимается, баскетболом, да? У них обычно вот они ходят, у них там вот тело как на шарнирах, вот все вот так вот прям шевелится легко. С ним легко работать, его и разминать-то не надо. Чик-чик-чик-чик и готово, пошел. Буквально там 5-7 минут на человека тратится. Но на самом деле, по правилам, лучше разогретое тело, разогретое массажем. Есть специальный мануальный массаж, мной разработанный, это мы проходим на тренингах по мануальной терапии. Там сразу идет воздействие на костно-связочный аппарат, сейчас я вам продемонстрирую этот массаж на теле, но в следующем видеоролике. А сейчас вопрос был про крема, яблочный уксус, да? Да. Яблочный уксус очень хорошо, им, как правило, делают компрессы вдоль позвоночника, ну там на колени, на стопы, в общем, на связки он хорошо размягчает, но это, так скажем, когда в процессе вы долго работаете с человеком, да, и ему надо подготовиться, там, допустим, к следующему сеансу, да. Желательно это, вот Андрей Петров, очень любит мой друг, хороший хиропрактик, Костоправ, про это часто рассказывает, там есть у нас видеоролики на эту тему, даже телевидение к нему приезжало. Можете посмотреть поподробнее, как это все делать. Ну, компресс, это вы понимаете, это закрытое, значит, вот это пространство, чтобы оно работало, чтобы впитывалось. Как правило, делается на ночь. В процессе работы для быстрого размягчения мышц любой крем, какие там продаются, вот я самый простой использую Траумель, есть Долабени, есть Фастумгель, есть там уже, как там, хондроитин, только в креме уже сделали, раньше были таблетки. В общем, их сейчас придумают, наша медицина придумает много. В принципе, любой используете, тут практически не важно. Тут какие-то разогревающиеся, да, какие-то есть перцовые пластыри, вот люди делают, да. Это как бы, надо понимать, что это не вместо нашей терапии, да, а это в плюс к ней. То есть можно использовать любые. Я вот предпочитаю использовать тайфу или тайские. Ну, это на основе тайских методик, компонентов сделано. Тайские, вьетнамские мази, там какие-то корейские, они примерно все одного состава, там от 20 до 30 видов трав входят, обязательно ментол, яркий запах ментола чувствуется. И, ну, типа вот звездочки наши вьетнамские, помните, еще в Советском Союзе была, да? Вот примерно они похожего состава. Это американская разработка, прошла всю аккредитацию на нашем российском рынке, тем более там по системе GMP, у них проверки идут на производстве, Ростест проходит и так далее. В общем, все сертификации, даже написано какие-то, все прошло. Называется массажный лосьон Тайфу, но по сути он универсальный. Тут тоже входит 42 травы. Значит, потянули ногу, это вообще можно для себя использовать и пациентам рекламировать, рекомендовать. Потянули сустав, связки, колено скрипит, болит,
там ожог на теле, там укус насекомого или собаки. В общем, от всего универсальное средство, просто рекомендую, используйте. И что в этом спрашивали? А, антицеллюлитный массаж, да. Есть очень хорошее средство, новое появилось достаточно недавно, ингибитор жира называется. Вот. Его использовали раньше еще в Советском Союзе для спортсменов, которым нужно быстро войти в нужный вес перед соревнованиями международными. Быстро выходит жир из организма, и с потом как бы вот он растворяется. Вот вы говорите, пока делаешь антицеллюлитный массаж, сама худеешь, да? И потеешь. Сначала потеешь, потом худеешь. Мы проводили эксперименты, вообще это там целый институт это разрабатывал, то есть это, как это называется, я забыл. Ну ладно, неважно, я HQBM, это типа институт красоты и здоровья, как-то по-английски. Но это российская разработка, и совместно с Бразилией. Короче, в чем эффект? Мы проводили даже соревнования с ним. Получается, что процесс длится именно для убирания жиров. То есть это в основном бедра, ягодицы, живот, ну если надо, вот плечи обрабатываются. Соответственно, замеры идут в каждой области. Здесь. И видно, что за одну процедуру человек худеет на 6 сантиметров.